Всем привет, дорогие друзья и подписчики моего канала. С вами я, Лего Стайл номер один. И сегодня я хочу вам поговорить о том, что у меня на канале более 600 видео. Вот, и вам очень сложно находить, и вы иногда просите сделать обзор на то, на что уже был обзор. Вот, и значит, я решил сделать плейлисты. Да. Значит, тут пока их только два. Здесь будут у нас Lego Bionicle Classic Reviews. Вот. То есть можете зайти, посмотреть этот плейлист. Просто обожаю мою эту самую. О! Можете зайти, посмотреть, значит, эти обзоры, Classic Reviews. Дальше Style Smoke, ну нормальные, то есть самые нормальные последние самоделки мои вот Lego Style. То есть тут и я в Lego виде, Black Weight, все-все-все, что было за последнее время после Мегатрона, потому что до Мегатрона говно все. И Мегатрон сам тоже, то есть вот. Отсюда начинаются мои нормальные самоделки, вот так вот. То есть вы можете посмотреть эти 26 видео. Вот, я еще буду делать по отдельным тематикам, допустим, плейлист по Star Wars, плейлист по Lego City и все такое. Потому что найти на моем канале что-то не... Вообще что-то нереально. Знаете почему? Я вам просто покажу. Понимаете то, что на моем канале нереально найти вообще что-то? Видите, тут обзоры Лего, все тут есть. Но вам придется неприлично долго мотать. Посмотрите. Больше, честно, на каналы про Лего все-таки. Но про Бионикл тоже очень много. Можете видео. Или полканала про Бионикл. О, посмотрите, посмотрите. Я могу так мотать вечность. О, видите, да? Прям вообще вечность могу мотать. То есть я говорю, вот так найти на моем канале вообще что-то нереально вообще абсолютно. Потому что, я думаю, ни один нормальный человек... Какие-то сценки... Ни один нормальный человек вот так вот не будет листать. Ну, не знаю. Это не первое мое видео. Там еще около штук 200. И поэтому специально вот я буду... Какой-то снова прикол. Что за бред? Удалить, наверное, надо. Вот. Что-то непонятное. Всем привет. Какая-то ерунда. В общем, да, создам по всем плейлисты, да. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, с вами был я, Лего Стайл номер один. И всем пока, удачи.